занимал его позицию. Да, и он камбэкнул очень хорошо. А у Арслана шанс, ну, скорее занять топ-5 здесь, да, есть. Неплохой, если хорошо выступить. Топ-4 даже, ну... Мы боремся за топ-5. В теории можно топ-Мацури подвинуть, но это должно все сойтись очень хорошо. Это надо выиграть. Практически Мацури должен при этом занять какое-нибудь место 7-е. Айнер, ну, может еще... Айнер! За что-то... Надо футболку надевать. За что-то может побороться. Наш король. Помойки. Мне кажется, надо снимать футболку. Ребята, промокод. Ой-ой-ой, ребята, это промокод не просто так. Это дано до 3000 фрибетов на BetBoom можно получить. Вводите на BetBoom. Один человек успеет, какой-то первый, и получит халявку. Ну, а для всех остальных есть промокод какой? Сильвер. Это что такое? Кто такой? Промокод Сильвер — это я. А, это ты? Да. Класс. Смотри, в промокоде даже 12 цифр была, прикинь. А что значит 12? А, это 12 игроков. IQ, типа. Ну, у меня, типа, 12 IQ. ICQ? 12 IQ. Да. Да, я тест проходил в 2015 году, IQ-тест, мне 12 выдало. 12 IQ 12. Не может выдать. Выдало. Ну, не может такого быть, в смысле. Посмотри, у меня есть видос. Клип? Подожди. Нет, я уже посмотрю, как ты таунтишь Ривердейла этого. Или Ривердейла, неважно. Было такое. Как можно 12 IQ? 12 IQ у камня 12 IQ. Ну, я, походу, камень. Ну, ладно, я камень. У камня, типа, нет IQ. Ну, подожди, Влад, и ты решил не пересдавать. Я решил не пересдавать. Окей. Нет, стоп. Приемлемо. Стоп, стоп. Ну, не можно. Это не рофл был, это было реально 12. Я старался. Как может быть? Как? Это невозможно. Я сам не знаю. Ну, слушай, 12 IQ. Это было на стриме, и я сам старался отвечать, блядь, фокус правильно, мне выдало 12. Я не верю, что это. А потом я бедро нассал. Это следствие? Это причина или следствие? Походу, следствие. Следствие, да. Ну ладно. Было дело такое, ладно. Не, ну может подростком немного. Подростком. А я думал, что 12... А, вот в чё ты за прикол с 12, да? 12 IQ. Ну как, почему там восьмерка, мне интересно. Топ-8. Топ-8, 12 IQ. Топ-8, 12 IQ. Вроде все сходится. Да, ребятки, садятся у нас игроки за свои компьютеры. Последняя игра, между прочим. На самом деле, я, наверное, могу где-то чутка заспойлерить, чтобы люди потом как-то не путались. В последней игре у нас люди будут вылетать и садиться в таверну, как бы наблюдать за происходящим, чтобы потом наградить вместе, почествовать победителя, так сказать. Надо вообще всех игроков, которые тут, можно будет, знаешь, типа вместе их собрать. Ну, и... возможно, и придут и кто-то еще, да. Было бы это круто. Было бы логично. Не знаю, какой там точно план у режиссерка, но я думаю, что это было бы норм. Нам раскроют попозже. Да, ну увидим, собственно, как бы мы вроде и рядом, чтобы вы понимали, но как бы мы так сидим, что как будто бы мы и вообще не рядом. Два метра. Ну, два метра, но тут как бы стена бетонная, ну, ничего, да, не видно. Ну да, 2 метра стена. Поэтому ты можешь сидеть в 2 метрах, а можешь сидеть в 2000 километров, да, а разницы не будет. Дрыжеглот у хуевого решает на топ-1 играть. Не, ну это именно вот надо, чтобы себя заперло что-то такое. Если да? Там демон есть, нужно 1-1 демона ловить, ну, и это уже будет. Я думаю, прям... что он бы не взял, если бы там не было демона, мне кажется. Смотрим. Да. Нету. И он такой думает, да. Блять! А у него прям по эмоциям было, по лицу. Он да, такой, пират есть. Кто там еще? Демон? Демоны в бане. Демоны, ну, в есть бане? Пиратик. Вот пиратика ему нужно было найти. Он такой, блин. А что лучше всего крутить, если не демонов, ну, на старте? Слушай, пирата на таверну или что? Такие большие опции для дрыжеглота. А у него внимание, там все остальные, да? Герои мусор. В бане свинки, в бане демоны. Прям ему тяжело будет, ну, раскручивать. Да. Ему, а вот я думаю, нужно... что вообще крутить-то можно так с кайфом? Ну, пиратика, чтобы выйти пиратика, быстро чтобы в таверну. Таверна. Да. А потом? Ну, ну, например, пиратика на ХП. Потом край полезный, да, пиратик на ХП. Водолаза. Водолаза того же. Не, ну водолаза крутить, это понятно. Нежит на атаку. Это все бы хотели. Леха решил не ставить карты вообще на стол. А почему? Ну, потому что это как токен, то есть, понял, ты делаешь чистый левел на всю голду, и следующую таверну дешевляешь, и в следующую таверну с фигурой выходишь. Понял. То есть ее на первый ход не надо ставить почти никогда. Понял. А, ну да, потому что там, ну, как понял, бы value, да? Нет. Да. Все равно ты ее можешь грейдануть за 4. Да. Понял. Я всегда ставил. На первый? Ну да, ну. А на сдачу? Еще плюс 500 ММР. Ну ты пока мне не сказал, я об этом никогда не думал. Я еще все время думал, мол, из разряда, и что мне делать с этой голдой? Ну понимаешь, скилл возьмешь. Понимаешь, его вот в таких микромоментах очень не, много. Ну, я понимаю, а потом чат количество. Говорит, что это рандомная игра, а это киберспорт. Много маленьких решений таких, киберспорт. Не, ну понятно. Мне вот тут сказали, что можно...
на бране, например, брать карты, но не выставлять их тоже. Да, я о чем и говорил, там одна игра у Айнера была, что ему нужно было халдить, то есть холд. Да. Ну, я тоже об этом никогда не думал, а потом подумал, да, в натуре, что получается, там 4 карты с кличами, да, например, да. Ты ставишь браны этого, и двойные кличи. Да. Да, ну тоже, но, блин, это как бы вроде как не супер... Нужен опыт. Не супер сложно, но так просто это в голове не появится, пока ты либо это не додумаешь в один момент сам, либо не увидишь где-то. Ну, это опыт, очевидно, нужно да. играть. Смотри, два есть смотрится. Мурлок, два рыцаря. Да. А, я думал, что я это вон. Я думал, что это рокер, да. Да-да-да-да-да. У него загорелась обилка, это, знаешь. Смайлик кинь, смайлик! Скинь смайлик. Вы этого, как его? Хрюшку. Хрюшку? А чат, киньте смайлик. Сейчас нет, кинут. Они всегда кидают, блин. Почти всегда просто. Это любовь. Это любовь. Арслан, кстати, на хрюшке. Можно стол показать? Он левелапнулся. А, он, да, у него третья таверна. Иннер в тройке. Все рашат, короче. Мацури тоже пошел в тройку. Нам нужно следить за Мацури, за ВВ и Хуягой Шоу. Ну, самое главное для нас это Better Babbit. А, Better Babbit, точно. Go и Vivi. Вот да, это да, три да, претендента. Да. Остальные-то тоже поэтому интересно, как там Айнер может подтянется, куда Арслан доедет. За но они не место. Претендуют на победу, конечно, поэтому ты уже не главные звезды, так сказать. Не да. главные действующие лица здесь. Go, Vivi и Better Babbit. Вот эти ребята разыгрывают титул. А щуки есть, кстати, я пропустил? Щуки есть, да? Тимплей. Тимплей. Хороший тимплей. Да, понятно. Щук нет вроде. О, дали дракона. Хорош. Дали 3-4 в роли. Да. Ну, ролл такой, на самом деле, такой семенищий, но есть Мурлок 3-4, самое главное. Он очень темповый. Есть 2-3. Вообще неплохо, да. Это работает комбинация. Смотри, ты ставишь только... Мурлока, ставишь дракона 2-3, у тебя призывается через гос, и на нее дается баф. Умом? Так будет это работать? Да. Сначала призовется, потом баф. По идее, да. Сейчас посмотрим как раз. Ну, по идее, да, думаю так. Он все равно должен тут дракона, по идее, 2-3 брать. Ну, типа, если я правильно понял, слева направо просто все работает, да? То есть сначала он призовет. Слушай, я вот до конца не могу ответить, типа, ну... Там если иногда бывают какие-то странные. Если справа дракона поставишь, а? Если справа дракона поставишь, мне по идее, сначала срывает Мурлок, но это не то. Если слева дракона, сначала он, а потом Мурлок призовет. А если справа дракон, то, по идее, сначала вообще Мурлок. Это важно знать, получается. Так. Там просто есть вопросы, я до сих пор не понял, как работает, например, квест, который делает одно ХП, и этот чел, который молнией бьет. Сначала работает квест на молнию, а да. потом квест на одно ХП, понял? Ага. То есть у тебя сначала бьет совсем, а потом уже один ХП, то есть логики нету. Ну это специально может сделали, чтобы может не быть, убивался да. Линк, слишком сильно было бы. Может быть, да. Они постоянно так, просто это еще меняют, как бы, и, ну, тяжело, тяжеловато. Понял. Вот он взял забаф 2-2, но забаф именно на Мурлока отдает. Да, а кстати, где юнит-то почему у людей? Не на дракона а он в четверку вышел для того, чтобы четвертую таверну сожрать уже. Блин, тут какие-то вообще супер эти, да? Майнгеймсы. Ну, супер жадные какие-то плеи пошли. Там люди вообще уже в четвертой таверне да. сидят на пятый ход. Да, без юнита да. единого. Ну, это такой герой у него, такая манакурва. То есть он делает левел. Если ларек 3 плохой, он делает левел. И в четверке уже забирает еще хуже ларек. Такое бывает. Какашечка. Какашечка, блин. Это, кстати, реально какашка в шляпе, пират. Понял? Это не шутка, это реально какашка. Не. Да. Ну почему какашка? Ну потому что круглая, коричневая, это какашка. Ну, как-то. Ладно. Не будем эту тему. Не будем это обсуждать. Разгонять не будем. Спасибо, Ярослав. А я при чем? Это не я сказал про как. А! Что я. Что не будем разгонять. А, не, ну конечно, да. Ну что, решил не оставлять карту в руке. Ну это не культура просто какая-то какашка, о чем разговор. А можно у Арслана посмотреть стол, что у него на четвертой таверне выдало под обилку на седьмую ману. О боже. О. Это выглядит как говно. Это выглядит как тот пират 5-7. Ну у него есть вот этот чел, который может превратить кого-то в кого-то. Да, но это прям медяк. Очень, это прям 10 здоровья. Смотри, 8-10 медяк. Медяк. Сколько? Это серьезный медяк. И он в него сейчас можно попасть будет под квест, чтобы он получил расслоение. Жесть. Ну-ка, ударит налево или направо? Сейчас от этого 50 на 50 лишняя монетка может игру выиграть ему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, конечно, ему бы, наверное, все-таки хотелось, чтобы он ударил, наверное, в 2-6, учитывая статы этой карты. Секреты раскидывают. И бабл сейчас еще... А, бабл не будет. Монета. Еще монета. И еще реборд. Оу, прикинь, три вот медика. Охренеть. 4. Он отъедается. Всего
6. Он еще и файт, ну, проигрывает чуть-чуть. Ну ладно, ну, 5, конечно, умеет. Да. А это, кстати, один из трех претендентов на победу в этом турнире. Ну, и боги дают. А, это же классно, да? Ты каждый монетку, если тебя сразу бустит пирата, получается. Шикарно. Типовая карта очень крутая. Смотри, дупрет раскопал. Свапнет сейчас. Попал в самую лучшую карту. Слушай, это видно, что борьба за первое место пошла. А Мацури тоже один из трех, да? Да, Мацури да? тоже претендует. Жесть. Не, Мацури не претендует на победу, ребят. Ну он топ-3 сейчас. Смотри, что дали. Ребят, Мацури. Андедов раскрутить, да. Мацури топ-4, ну, у него отставание такое... Мацури топ-3? Мацури топ-3, да. И... Мацури топ-3. Да? И да. он, если выиграет, ладно. Он выиграет турнир. Может, но... да. Не стал брать Примаса, понял, что ему нужен топ-1, топ-1 не взять на нежити, взял карту, которая на такой стадии по 2 спыла, в принципе, дает. Ну, даже 3, наверное. Блин, это пиздеж. Что? О, Беттер Бабит и Виви у нас же топ-3 были. Мацури топ-4 был, да? А, он 4, говорят. Ну, это... говорят, да. Он, короче, и может него... подруинить Нет, ребятам. У него отставание еще. Такое, что он вроде как может выиграть, если он займет первое место, чел займет 8-е, и там все вот эти вот займут прям вот... Видимо, да, 8, да, 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 да. 7, 6, а он первый. Но это да. прям ну, невероятный расклад какой-то. Штанишки на Элема, чтобы хпшки дать. И ну, 3 спыла рассчитывать. Ну, штанишки надо на него давать обязательно. Ну, и в первом слоте у оппонента огромная карта. Которая что ты... самое, да, неприятное. Я думаю, нет. Я думаю, средний ну, не на будет. Такой стадии 2 на спыла мане, может ну. быть. Да, да, да. Он думал переставить налево или нет. А там химеры! А, это Арс-Ван. Арс-Ван. У него невнятный стол, но их много юнитов, там они какие-то вроде статуи. Там очень сильный стол, зря. Да? Это 2 эвольва! Он сейчас может игру выиграть ими, если что. Потому что 2 эвольва, это, например, 3 четверки. До этого года был супер невнятный стол, получается, он жестко запался. Да, он просто 2 химеры нашел. Он сейчас может раскопать 2 или 3 шестерки. И выиграть игру, если они будут, ну, повезет ему, грубо говоря. Вот ну, у него вроде 2 четверки. Ну, а так, если он выиграет, он где-то на топ-4 может запрыгнуть даже. Ну, или на топ-5. На топ-2-3, наоборот. Мацури. Да. Думаешь, нет? Мацури? Да. А, так я думал, мы про Арслана говорим. Не, Арслан вообще не догоняет. Не догоняет по очкам или в игре? По очкам. Да я уже запутался. Смотри, что дают, хватит хайролить. Чел, остановись. Почему? Ну, он хочет... Почему? Подожди. Он взял бы сейчас этого чела, который... как его? Мороз. Свапнул бы 4-4, сделал бы туплет, вкил ту карту, андеды, и выиграл бы, блядь. Слушай... Так это как минимум темпово. А что он взял, блядь? Ну, он будет кушать дракончика, насколько я понимаю, апать атаку баблером. Нет, он уже вылетает нахуй. Не, ну это очень большой мисплей. Я не знаю, это реально мисплей, но почему? Это очень грубая ошибка, я считаю, прям очень. У тебя фулл стол андедов, атака скейлится, у тебя дуплет Т5 дропов, шестерку. Ревенд этот, келту карта шестерки на золотого Мороуза, и ты можешь выиграть лобби этим. Но он решил взять, блядь, кепку. Чел, ну ты, конечно... А пыщ Фетелькинса взять не хочешь. Ну вот так вот, ну понял. Ну вот этот план и был. Ну да, да, вот так вот. Чего ты начинаешь-то? И что, он все карты продает просто, типа, ох. Не, ну Фетилькинс пришел, смотри. Ну хорошо. Да не, ну у него стол элита. Че ты хотел? Смотри, сейчас трахать как начнет. Так тот плей был лучший. Это ты так думаешь? Ну, согласен. Как Голливикс имеет 40 здоровья? Да, кстати просто говоря, никто его не пробил ни разу. А на Голливиксе кто играет-то? Это Зорга. Ну Зорга не претендует ни не, на ну, что, теперь но... теперь пробили. Ну вот и пробили, ну, да. кстати. А кто пиздел на плей Мацури? Я. Ну а он, видишь, как тебя да. трахает. А ты там накрутил и тупость. Накрутил бы. Сейчас там это Мороз, золотой, 3 триплета, 6 ракет. Блин, ну это вообще капец, реально. Ну. О нет, Го идет на первом месте, а он и так идет на первом месте. Да. Это большие проблемы, надо, чтобы его кто-то... Айнер подтягивается. Айнер пытается его остановить. Айнер, да вот он, герой. Знаешь, герой. Попал, просто... помешает. Попал в яму такую, знаешь, которая, ну, тебя затягивает, песочная такая, и Го за собой тянет. Зыбучие пески. Зыбучие пески, да, да. Это, можно сказать, в водоворот попал. Водолаз его там. Попал во дворот, а там водолаз. Браном копает уже что-то. Яма, которая тебя затягивает. О, и это золотая обезьяна. Опять золотая? Да. А прикинь, золотые карты в магазине были. Были уже на аномалиях.
Нет, не на аномалии, не на аномалии. А, кстати, аномалии знаешь на золотые карты? Да короче, я не знаю, что аномалии. Аномалия, короче, это вот у тебя 45 есть разных правил на лобби. Одно из них очень редко выпадает, как бонуска. Да. Все карты в игре золотые. А, прикол. Но дуплеты не копаются. Они просто золотые, то есть ну, априори. Ну, все уже как, все как триплеты, получается, да. Но они не собираются в триплеты. Ну, просто, ну, я понял, да. Это такие лобби там собирались. Там ну, по забавно. 4 золотых колесгаса, знаешь, что-нибудь такое. Конец, а 4 золотых Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут как бы ничего интересного вроде. Пиратка. Ну, да. Чуть-чуть слабенько. Это Хуягао-шоу. Ну, у него нету блока просто, ну тяжело играть без блока. Хуягао-шоу, ну последний месяц сейчас идет, а с кем он дерется? Стас, Бэттер Бабби там, кстати, Бэттер Бабби, это важный бой. Ладно, извиняюсь. Насыпка перед вылетом, по-моему, классическая. Прикинь, сейчас выкинут таким раундом. Кстати, 15 кто он может получить, да, а у него 14. Не, ну типа играть в 3 магма лока... Карту 1-5 с рольщиком, это очень сильно. Да. То есть, ну просто нужно не вылететь. А тут он... Ладно. Это непросто. Это вылет, скорее всего. Ой, там монетчик дает монету. Секрет. Не, ну смотри. Он трейдит Пегги, он потрейдит яд, естественно. Он сейчас Мурлока два раза ударит. Вот, да, эти карты тоже, по идее. Вылет. Нет? Налево вылет, налево вылет был. Слушай, нормально, 4 хп жив. Живчик? Да. Ну как нормально? Ну, у него хороший фриз. Там есть что собрать, да? Да, да, там хороший водолаз. На Голливиксе, между прочим. Да, на Голливиксе это еще сильнее. Это два золота отложенные. Это в плюс, водолаз в плюс получается. Да, да, да. Да. То есть нам платят за водолаза. Да, 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 да. Доплачивают. Вероятно. Ну, блин, за это вы, конечно, так доплачивать и надо. Ну давай, копай тогда. За эту карту? Жалко, брана нет. Бран без, водолаз без браны как-то не смог. Бас пыла, типа забафать. Ну, что, он уже не понимает, хочет? Что происходит, в принципе. Кто-то пробил хуягоу там. Не понятно, кто. Лёха пытается водолаза в дуплец. Погоди, вот это, там, кстати, а там голден водолаз, он выкапывает две штуки. Так, еще дуплет дает. Так, ёб твою мать, это гол... Так голден водолаз это или это жестко, да. Если ты видишь трех водолазов, ты будешь чтобы всех трех брать? Конечно. Конечно, да. 100%. Ну, потому что у тебя это классный... куча карт, еще да, триплет, да, да. Дуплет, бонус. Да, да. И бран у тебя при он этом. Он может брать. Собрать сейчас, смотри. Ну, ждем. Ждем водолаза. Давай, Лёха, не, нужен собирай, водолаз, нужен водолаз, нужен еще водолаз. Это водолаз! Тройной водолаз! Не может быть! Не может быть! Чел, тройной водолаз. Это первый на турнире водолаз. Тройной водолаз. Головач из тройного водолаза вылез головач. И там Ривердейл Мурлок. Ривердейл. Все на месте спортсмены, пиздец. Что делать? Кого собрать? Еще водолаз! Еще голова. Надо бери! Давай! Как? Что он запутался? Заволновался. Ну ничего страшного. Лочь кого-то. Есть. Хорошо. Флайнер. Ну игрок. Наш. Сразу машина, видно. Машина. Сейчас так пизды получится. А там опять химера, если что. Да, не, ну сейчас под Ривендрейлом. Вот сейчас вот... Атака будет. Да не, атака-то будет хп-то. Нет вообще. Хп мало вообще. О, смотри, как везет! Не, ну нормально, слушай, пока живем, да. Нормально! Кто пиздел? Ривендрейл. 1.8 бабл. Ривендрейл. Блин. Ну, кстати, недоволен, говорит, золотой водолаз был, почему проиграли? Мацури топ-8. Мацури топ-8. Ну все, он ни на что не претендует у нас в Мацури. Останется на четвертом месте, но, может быть, кто-то его обгонит. Возможно, даже, потому что он вообще не набирает поинтов. Я не знаю, зачем он этого героя взял, он вообще ну, для лобби не подходит. В смысле, Джандис? Ну, Джандис единственное, для чего подходит, со щуками крутить вот как раз эту с пятерки, которая щука новая. У Виви, как дела у Виви, вот интересно, у него 6 хп, он на этом своем жральнике. Она двойной архетип. Она двойной архетип. Кто? Ну, которая ступит жрать. Элементель, щука. А, точно, элементель, да. Да-да, я ошибся, ну поэтому я тусил опять. Элементель и щука? Элементель, да. Вот, элементель, да. Демон-бабка-крокодил. В ларьке. С элементелями. У меня в ларьке демон-бабка-крокодил. Демон-бабка-крокодил, и это одна карта.
Ребусы какие. Ой-ой-ой-ой. А чё не вы лемов? Не, ну он хочет по БМС выйти, да. О май гот. Опа, вот это сюда-сюда. Хватит копии роля, чел, остановись. Это Баттербабит, ребята, это претендент. Так, а что у нас с Виви? Он же тоже претендент. Вот Виви, мне интересно, у него 6 кп, у него там как ситуация вообще? А вот такая ситуация. Но у него то что-то не очень... очень плохо. Не очень хорошее, скромненько. Скорее всего, вылет сейчас будет, потому что... А у него же Мурика нету? Нет, он Зоргом играет, а там Галивикс его выкинет. Он активировал клич, посмотрел на это. Он поднимается. Говорит, что с дерьмо? Да он-то по лобби говорит. Хорошо, ну пора что делать. Так, ну это интересный файт, может быть как-то в ничеечку. Он Зорга дерется, да? Кола без сахара. Жмурик выкинет. А, Жмурик против него дерется. Не, его не выкинет Жмур, да Жмур он обыграет. Почему? Мне кажется, есть какой-то лоу процент. Да не вообще 0%. Я думаю, есть. Ну мало юнитов, 4 юнита, у них как много дэмэджа, но мало хп не очень много. Подожди сейчас, подожди. Бэнс. Value trade. А, ну Баблы. Баблы, да. У меня Владос, хорошо, что жопу не поставил. Я не планировал. Ну, не, ну, мы слишком-то проскакивало, я думаю. Минимально. Ну, проскакивало, блин, ну, проскакивало. Так, а что-то не очень понятно, что у нас происходит. Потому что я вижу так, ребята, это не Айнера случайно трахнули? Вот я, да, это Айнер! В помойку отлетел Айнер. Айнер. У нас очень жестко. Посмотрите, три претендента на победу. Го, Баттербабит и Виви все еще в игре. Да. Все еще но в игре. У кого было больше поинтов, скорее всего, в среднем фаворит, потому что они все остались и как бы при своих останутся, понял? Да, да. Го, наверное, чтобы Го не занял первое место, надо, чтобы он сейчас вот вылетел. У него двойной блок есть, он ему тяжело вообще, типа, а ему надо на пятое место упасть, чтобы другие смогли его обогнать. Так, а у нас Арслану дали жмура. Да, Арслан еще минимум один ход живет. Арслану дали жмура, да, это повезло. Ну, слушай, мы видели, как жмуром тоже проигрывают. Было дело. Ну, тут главное не расслабляться, когда даешь жмура. Не, ну, слушай, ну, если вдруг ты не сильно бустанулся, а там какой-то дикий жмур был. Дикий. Ну, на прошлый ход вылетел, но на самом деле он там ёбарь нереально. Угу. Ну, бывает такое. Самоуверенность. Блин, это какой-то крейзи пират, монетчик вот этот, смотри, медяк. Да, которых... это вообще, кстати, тоже одна из самых тирес карт. Ее рано находишь, но слишком много голды тебе дает. Слушай, она... Ну, он реально он нашел. Золотой, да, он 6, что ли, дает за бой? Ну, если... Да, если 3 раза. 3 раза 6 голды. Да, да, даже обычный найти на 8 ману, получить 1-2 монетки, это уже много. Ага. Это реально много. Кажется, ну, да, что же... одна монетка, типа. Ну, у нее статы же есть, у этой карты тоже какие-никакие. 4-6, да? Это хороший стат. Ну, просто она так кажется, типа, одна монетка, 2 монетки, круто. У тебя 10 голды в начале хода, она очень много решает. Ну, не, ну понятно. Лишнее там что-то купить, spell roll там, да. Это экономическая игра. Этого водолаза. Водолаза, да. Прокрутить. Прокрутить, а выпадет головать, прокрутить головачан. Да, а под мамой Мурлока лишний 3-3. Это жестко. Опа. Опа, драконы неожиданно. А, это чел, который на первом месте. Во, да? Да, у него драконы. И у него такие сильные драконы. Там медяк сильный. Гуля. Медяк очень сильный, но там атака. Да у него еще обилка этого твоего героя любимого. Ябячик. Джордж Патчи. Джордж Патчи. Блин, ну там очень много дэмэджа. Пират не выдержит напора. Да, капец. Он держался как мог. Походу, был фаворит на победу. А он, похоже, и выиграет. Ну, походу, выиграет турнир. Слушай, ну, короче, ему даже не надо выигрывать. Ему достаточно вот просто не занять какое-нибудь пятое место, а он уже его никак не занял. Да, уже никак не занять. С учетом того, какой у него стол, он даже выиграет тур. Ну, это лобби, скорее всего. Ну да. И это, кстати, будет тогда... Блин, там вообще люди выживают. 6-6-4-1. Да, да, да. А, нет, Виви отлетел уже. Все, никаких Виви нет. Все, да. Виви все, и он точно не выиграет уже. Он займет второе или третье место по итогу. Второе, третье. Третье, а как третье. Начал? Как начал? Третье займет, потому что Баттербабит еще в игре. Он и вот так его обгонял. Да, с отрывом просто в 10-15 очков начал турнир и занял 5 топ-7, топ-8. И по итогу... Ну да, и это обидно, на самом деле, такая ну, ситуация. Типа топ-3 по итогу, то это круто, но учитывая начало... Значит, учитывая потенциал, какой был в начале, не очень, это, да? Ну, это уже как бы не звучит как круто. Да. Звучит. Опа, как вот у вас под Браном, под двумя поги, это прикинь, сколько вэлю бесплатно. Блин. Вообще очень большая карта в стене. Ой, все воруется кругом. Что-то летит, все крутится. Надо, да, быстрее или... начинать крутить, как будто бы, спел, да? За один дали. Можно уже не успеть. Еще с водолаза вэлью. Ой-ой-ой.
Кепка есть, кепки рероллы лемов, и лем бафает, все крутится, жесть. Там по Марлок. А, я только увидел, что там Химера 300 статов, но вот... с ней штаны да, надо снять. Да, да, да. Слушай, давай не будем с Химера штаны снимать. Да тут, наверное, надо, Ярик. Я вот понял, знаешь что, вот видишь, получается, есть Химера, на нее можно любой баф любого говна накинуть, правильно? Правильно? Да, потому что она все юнита. А получается, что вот эти всякие сбрановые копания, там у тебя Марлок с боевым кличем на нее кидает, и куча всякого дерьма. Да, ну, да. Поэтому да, Химера получается крутая. Она ты, все впитывает. Она как бы вот с, этой, с этим говном все впитывает. Да. Иначе ты бы не мог юзать вообще никуда, да, да клича эти. Просто ой, жалко, поздно, выходили. Мало времени остается. Можно не было бы ребил сыграть, да. И в итоге Химера-то реально бешеная какая-то вырастает. А, Арслан, быстрее, быстрее, быстрее. Надо крутить. Две секунды, раскрут, прокрут, перекрут. А, блин, пассажабр. А Мурка в руке нету, да? Блин, нету сейчас штанов, если там Лерой какой-нибудь будет. А, ну тут просто атаки. Что? Да они все в щитах и миллион атаки. Боюсь, что это вылет, да? Да, это не пробить. Так еще сейчас этот чел утваивает атаку. В пассажабре нету карты, это, конечно, было бы две лишние. Да нет, там слишком много атаки у драконов, это не пережить вообще. Капец вообще. Не, стол дикий, конечно. Скачали, тут даже если бы у него элемы 200 были бы статов, он бы это не выиграл, потому что там, типа, очень быстрый скейл атаки. Видишь, там по 300 атаки за ход, а он не может столько накрутить просто ну, физически. Да. Ну и походу, получается, Хуагу выиграл турик. Да. Походу, он выиграл. Да, это на так. Самом деле он реально выиграл, он может просто продать все карты, если хочет сейчас... И кинуть свинку. И делать что нет, угодно. Нет, но я хочу отметить, ребята из китайской организации, они всегда играют до конца. Да. Друг против друга. И вот, допустим, Гаошоу, наверное, нужны баллы. Правильно? Но они будут играть до конца друг против друга. Не, ну это правда, это правда. На самом деле, действительно, если Гого сейчас просто продаст все карты или что-то типа того, то он подарит топ-1 своему тиммейту, который, возможно обгонит место кого-то. Выше, да, и он так это будет, не будет. Ну, как минимум, не он красиво. Он продает! Они они в течение турнира друг друга выбивали неоднократно. Играют они... Да, да. Не, но это, ну, конечно, это не спортивно и абсолютно некрасиво так делать. Конечно, надо доиграть игру до конца, хоть вы с друзья. Ну вот пускай друг и доказывает, что он сильнее. Абилку еще дали, смотри, какую за ноль. Справа под драконов, под этих драконов 2-3. Жесть, да? Вообще капец. А что, есть какие-то шансы у этой вот телеги? Вообще нет. Там, смотри, там все в каких-то... Хотя на самом деле, слушай... Там золотую бы бабку, но может быть, даже какой-то вообще в теории это шансы был бы. Да, золотая карга под два Лероя, это, возможно, было бы вин. Но он продает, кстати, каргу, хочет взять гуля, видимо, да, чтобы разбить чаты. Как бы логика есть в этом. Удачи такой думает, блин, удачи тебе. А у нас Гаошоу на каком месте шел? 4, по-моему. Где-то, нет, Мацури был. 5. Наверное, 5. 5. Наверное, 5. И это в таком случае, вот если он сейчас высоко, он Арслана туда не пускает точно. Не подняться на 5. И Мацури, наверное, тоже не пускает, да? Там отрыв был очков 5. Мацури довольно большой отрыв был. Я думаю, Мацури там тоже нормально. Сейчас узнаем. Да они все не пускают, получается. Ну да, к сожалению. Ну, надо было лучше играть. Получается, да? Надо было лучше играть. Ну, проиграл, надо было быть лучше. Ну, а пошла что? Аналитика, ребят, не зря нас называют. А как? Профессионалы своего дела. А как еще сказать? Так оно и работает. Да, не справляются Леройчик, по-моему, у нас. Да они не, но там слишком попытались. Много атаки. Ой, еще ударчик совсем кислый. Да. Золотая карга нужна то есть, была бы. Как Лерой мы понимаем, он выиграл турнир и занял топ-1 в последнем. Последний. Да, решающий. Да, да,